спасибо нашей команде «Рать» и клубу «Сибиряк Собару» Андрею Михайловичу, спасибо моему тренеру за то, что подготовил меня к этому турниру. Александру Скоридину за то, что дал возможность выступить на этих соревнованиях. Всем спасибо, «Рать». Мы развиваемся. Отдохнуть недельку. И на самбо поеду 24 числа на боевое на Урфо. Такие дела. Вот локтями еще бить начнет в партере. Блин, я вообще думал, шикарно. Нельзя в партере. Как нельзя там еще? Блядь, как школьник на. Мне сказали, что нельзя двухраундных это локти. Готовишься на 15 декабря? Да, я уже давно начал подготовку. Сейчас у меня будет, так скажем, крайний этап. 2 недели хорошие сборы проведем. С Венером Галиевым, там, Саня Грозин приедет. Думаю, ну, соберем более-менее состав, чтобы поработать плодотворно 2 недельки, а потом останется только сделать вес и выступить. Хотелось бы выжить. Хотелось бы дожить до судейского решения. Потому что мой соперник такой страшный, что просто пиздец. Я не знаю, я просто выйду и постараюсь, чтобы он меня не убил. Просто буду делать все, чтобы выжить. Это упорный труд, который терпеливо я сносил эти 3 месяца во время подготовки. Это очень помогает. Как я понял, если хорошо пахать, тренироваться, все получится. И очень благодарю свою команду, которая верила в меня, моего друга, брата, можно сказать, уже менеджера Александра Скоридина, который мне все время помогает. Можно все сказать, он поможет сделать выводы. Ну и моим тренерам, которые здесь, которые там, которые все время мне помогают, верят в меня. Я рад, счастлив сегодня. Я еще как день рождения. У меня день рождения сегодня. Руслан Рахмонкулов! Yeah! Вообще у меня не просто радость, у меня сверх какая-то радость, потому что я об этом мечтала. До этого занималась рукопашным боем, всегда хотела попробовать себя в клетке. И не было возможности, то есть с тренером не могли найти команду, не могли найти соперника, промоушен. И здесь вот просто так все совпало очень удачно, что вот мечты сбываются. Теперь будут не только за клуб, но и, слава богу, за команду «Рать». У нас планы ближайший бой на февраль. Вот сейчас у меня последнее соревнование в этом году, чемпионат России по рукопашному бою. Попробую отобраться на чемпионат мира. В декабре будет небольшой отдых, и в январе я уже начинаю подготовку. Всем привет! Академия единоборств РМК. Сегодня день турнира RCC Intro-2. Уже прошли все бои. Сейчас за моей спиной будет объявлен победитель последней пары. Я думаю, что это будет Павел Гордеев. Сегодня у нас 2-2. Два парня выиграли, два парня проиграли. В принципе, в таком балансе мы находимся. Будем делать выводы из тех событий, которые сегодня произошли, подготовки и так далее. Я думаю, что выйдем из этого еще сильнее. Я думаю, что к концу года наша команда будет некоторым образом проведена такая встряска. Посмотрим, что можно сделать, чтобы 2019 год войти уже с тонусом, более энергичными и брать новые вершины.